Как будто день рождения у всего приюта. Сегодня без внимания не остался никто. От всего сердца хочет хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая поблагодарить и выразить свою огромную благодарность Галине Жаровой и Елене Артемовой за прекрасные подарки для нашего приюта. У нас сегодня у всех настоящий день рождения, подарки получили без исключения все. Котики, корм, собачки, игрушки, внучка Лиза, очень красивое платье и игрушки. Хозяйки котикам прислали нужные им лекарства и вкуснейшие сладости для нас. Дорогая Галина и Елена, спасибо вам большое за вашу неоценимую помощь и заботу. Это очень ценные и нужные для нас гостинцы. Друзья, в приюте проживают более 70 животных. В основном у нас старики и больные хвостики, которые нуждаются в постоянном лечении, диете. И, конечно же, всем нашим животным необходимо внимание. Спасибо огромное за то, что вы нас не забываете. Любая ваша помощь для нас бесценна. Спасибо вам большое за то, что вы у нас просто есть.